Добрый день, друзья. Сходил на приемку. Тут давно, чуть ли неделю не был. Вот кое-что купил. Вот такую вот лучковую пилу. Но, видите, нет средней части. Я не знаю, она может была деревянная, может алюминиевая. Ну, вообще, честно говоря, тяжеловато она для пилы. Вот. И тут, но тут вопрос такой, опять же, интересный. Она довольно тяжелая. И получается, вот мы так пилим, ну, вот здесь, видимо, были накладки деревянные, чтобы ее держать удобно было. И мы ее пилим ею. То есть, получается, она довольно тяжелая, и она за счет массы давит. То есть, не мы давим на дерево, а вот масса вот эта давит. И может быть, в принципе, интересный вариант. Вот. Ну, надо взять какую-нибудь деревяшку и поставить распорку. Вот. Так сделано очень как бы грамотно. То есть они не прямые вот эти, а загнутые вот сюда. Здесь вот стяжка, то есть правая, левая. Мы можем ее, ну то есть вот сделаны вот вставлять. То есть какой-нибудь этот, ну чем-то штыку повернуть. Вот. Вот эти мне что еще понравилось? Я бы, может, одно полотно взял. Мне понравились колки. Вот эта вот вещь называется, штуки называются колки. Вот. То есть, может быть, даже ее переделать все. То есть, вот это железо все выкинуть, стяжка она тяжелая. Ну, попробовать опять же. Ну, полотно подубитое, надо точить. По краям это, а середина, ну, там оно видно. Вот колки железные, вот качественные, то есть они вечные, не сломаются. Вот, и, ну и вот такие вот вытачивать самому из металла. Да и, ну, то есть можно, конечно, из дерева, но я плохой токарь. Зачем я буду это мучиться, это заготовку покупать, еще что-то, если я могу тут целиком пилу взять. Вот. Клейма никакого не увидел, то есть никто вот полотно сделал, когда вот здесь какая-то грязь, может под ней что-то найдется, но я сомневаюсь. Вот. Кстати, поглядел, почем сейчас полотна. Ну, цены, конечно. Ну, то, по-моему, что-то такие. Вот где-то 10 евро. По всей видимости, плюс доставка. Там по 50 евро японские полотна. Ну, так, конечно, там не сравнить качество. А, дайте, я длину хотел померить, самому было интересно. Не измерял. Вот. То есть, если взять от 40, получается где-то 89 между вот этими. Так, 49, ну, 50 получается. 10, 20, 30. Ну да, порядка 50 сантиметров полотно. То есть такое небольшое, не маленькое, бывает там 60-70. Вот. Ну, здесь, скажем так, не сильно большой зуб. То есть, ну, для относительно чистового пиления. Вот такая вот вещица. Вот вообще взял 13 килограмм. Ой, ну не знаю, опять же, не уверен я правильности своего решения. Кое-что не взял, может быть, надо было взять. Ну, в частности, мне надо от швейной машинки запчасть, что-то я поленился сегодня разбирать, и не взял. Так, ой, не знаю, взял еще одну вот такую чугунную штуковину. Вот. Она вроде не битая, но оббитая. То есть у меня какая мысль, если ее вот полностью очистить от вот этой, вот, то будет такая очень хорошая чугунная сковорода, толстая. Ну вот надо ее всю очищать. Вот. Эмали. Раньше еще как специально товарища большая болгарка сломалась. Там есть такая, у меня есть щетки жесткие, которыми можно было бы
это дело, вот, ну, возможно, я обшкурилась бы. Ну, посмотрим, подумаем. Так, из кухонного взял еще три вот таких формочки. Я их как-то продавал. Вот. Ну, вообще, за них что-то просят какие-то цены, на мой взгляд, нереальные. Так, ну, подправить немножко вот это вот все. Ну, могут по полтишку уйти, я думаю. 150. Да, можно там 150, можно там даже 200 просить. За 3, скажем так вот. 3 за 200. Ну, не возьмут, можно там собак кормить, кошек. Так, и сумку я сложил. Ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня, так сказать, день, можно сказать, разочарование было. Ну ладно, потом это я расскажу. Вот виллы попались целые, хорошие. Такие попадаются редко. Вот мне попадались целые, но там как-то зубья были, ну там что-то обрезать, подтачивать, а тут вот они, которыми я копаю, намного хуже. Вот вообще было много ломаных, ну, купил лопат этих, вот. Взял вот какую-то вот такую лопату, ну, честно сказать, не уверен. То есть, вроде не треснутая, вот я все проглядел. Какая-то она вся такая проржавевшая, то ли как-то пора, вот какой-то где-то она горела. Ну, почистим, в принципе, работать какое-то время будет. Вот. Ну, я что-то думал, что я лучше лопаты продам в этом году, что в связи с закрытием рынка народ скажет, а все равно, а вот здесь как бы не трещинка, блин, ну ладно, посмотрим. Вот, ну что-то лопат продал, но немного. Вот схватил вот такой топор, сами видите, он оббитый. Вот. Ну, такой хороший увесистый обух с языком. Вот вообще непонятно, так надо его чуть-чуть почистить. Ну, вот такая вот форма фасада. То есть я не вижу на нем клейма. Советский топор без клейма быть не мог. Вот. А не советский, это китайский. А китайцы вот с языками, по-моему, не делают. Вот, ну не знаю, то есть, что я из него хочу сделать. То есть, можно сделать такую хорошую, мощную рукоятку, здесь большую вот эту вот. Такую хорошую. И небольшой топорик сделать, то есть вот его вот эту вот верхнюю часть обрезать, вот тут подровнять, это обрезать, и получится такой вот небольшой топорик, вот для огорода, для похода, может, с хорошим таким обухом. Вот, вот тут вот что-то есть, как вот. Вот был топор интересной очень формы, на мой взгляд, там как это вот он, но абсолютно там он здесь еще вот хоть что-то вот можно здесь выточить, то есть оно здесь вот, ну он и уточенный, и обломанный, ну вот я так вот думаю, и для себя оставить маленький какой-то такой сделать. Вот что я хотел сказать. А, обломанный совсем, ну такой какой-то формы интересный. По-моему, в СССР таких не делали. То ли он как будто тот был до революционный,
вполне вероятно, но он такой убитый, то есть, ну, откопанный где-то, ржавый. Я не пойму, что. То есть там что-то может найдется, может не найдется. Это опять же будешь его искать, где же у него. Вот, интересно, здесь полоса идет. Или кто-то его что-то хотел делать, непонятно. А, вот человек хотел вот так вот, вот он метил, уже кто-то его вот так вот наискось срезать, ну, после облома. Ну, то есть прикидывал, делать, не делать. Ну, вопрос. Может быть, действительно вот так, вот так, стоп. Не, он же как-то вот так должен идти. Ну, посмотрим. Заточить, можно ничего не точить, просто заточить и там в огороде пользоваться. Опять же, товарищи какие-то эти, по-моему, надо было ему топор. Ну, я ему по себестоимости отдам, сколько он здесь, килограмм, полтора килограмма, ну, за платишок может так же. Вот. Чего я взял? Взял вот такую вот штуковину. Это какой-то воздушный клапан. Как я понимаю, то есть оделась, чик, одели, чик, и отпустили. Не пойму, от чего, так, как он. Ну, наверное, должен же как-то отходить, ну. Вот. Вот, взял стеклорез. Стеклорез мне понравился ручкой больше. Вот, насколько он живой, не живой, не знаю. Надо смотреть. Попробуем. А еще стекол-то плохих много. Ручка, смотрите, такая хорошая, удобная. Вот. Весит мало. Это алюминий. Это, по-моему, бронзовая гаечка. Вот этот какой-то там типа твердосплава. Ролики. Какие-то у меня все мысли про них бродили. А, то ли типа фрезы из них сделать. То ли что-то такое еще у меня какое-то. Ну, бродит всяких глупых мыслей. Вот. А ручка хоть для напильника, хоть для какого-то еще инструмента. Вполне может быть. Почему не взять? Вот, ну вот этот клапан. Я не знаю, пригодится, не пригодится какой-то пневматике. Так, снял со швейной машинки еще одну вот такую эмблемку. Не знаю, зачем они мне, их несколько уже, третья. Вот. Ну, не знаю, может кого-нибудь повешать. Что-то украсить. Вот. Гаечка барашковая. От швейной машинки, такой как винтик. Это от этой две, ну, каких-то убитых было этих. Мясорубки, ну, тоже такой барашек. Он на 5. Можно почистить и как это, и можно. Как просто барашек. Оп. Вот такой вот винтик еще один. От швейной. Ну, ладно, взял вот такую вот вещичку. Старенькое состояние, плохенькое, но ну, вот здесь что-то, видимо, было. Надо почистить, что здесь было. Попробовать. Ну, не знаю, ну, это дико. Вот такой формы попадаются, они какие-то и дореволюционные, и 20-х годов тоже в фунтах еще. Вот такая вот дирка на цепи. И получается у нас этот кистень. Можно заниматься.
да. Говорит, я гири таскаю там целый день. А. Вот. Ну, такая, на мой взгляд, довольно антуражная вещичка. Ну, можно, я думаю, вот. Их ты. Здесь, смотрите, вот видите, выковырено. Вопрос, какой здесь был металл. Ну, их приблизительно отливают, а окончательная масса, чтобы на веса их для взвешивания использовать, сюда уже какой-то мягкий, там алюминий какой-то, вот, олово. Вот. Вот такая вот гилька. И последнее, что взял. Опа. Вот такая вот вещица. Я думаю, так плохо видно. Вот. То есть вот фигуры на саночках катит. Их было несколько всего этих. Как они называются? Таких вот дверок вот с санками. Вот у меня казак в отличнейшем состоянии. Что-то там еще было, их вот 3 или 4 разновидности, вот, ну, таких основных возможных, что-то более редкое бывает. Вот, ну и эти довольно дорогие, но здесь есть проблема. Во-первых, сами видите, состояние надо чистить. Вот рамка треснутая. Возможно, у них стандартный размер, я думаю, их все-таки делали под кирпич. Ну, то есть, соответственно, как-то там 1,5 кирпича. А кирпич стандартный. У меня есть, ну, некрасивая дверка. Может быть, оно подойдет, рамка. Вот. Если для себя, то здесь, в принципе, трещины сильно не видно. У меня там есть одна задумка. Ну, она вот там встанет без особых проблем. Вот такая вот. Но опять же, насколько оно очистится, что там останется после удаления ржавчины. Вот, но если бы она была не сломанная в хорошем состоянии, такая может 1500 стоить. Ну, понятно, что не приходовой товар, продать сложно. Но в таком состоянии она, разумеется, столько не стоит. Но может быть. Вот была рамка для вот этой задвижки с рамкой, но рамку тоже не заметил, потом заметил, что маленькая трещина. То есть, судя по трещине, возможно, она возникла, когда ее. Ну, то есть свежая трещина. То есть просто вот когда его кинули на кучу. Вот. Еще там дверка была. Также, наверное, как и рамка. Вот, ступа была большая, такая довольно большая. Но она, получается, ступа больше 3 килограмм, больше сотни. А без пестика их что-то продать тяжеловато. Вот. Ну, то есть можно взять было, когда-нибудь она бы продалась, и однозначно, ну что-то 12 килограмм, как бы уже их хватит. Поленился. Ой, как я уже сказал, была швейная машинка, там я хочу из платформы кое-что сделать от швейной машинки. Но ее надо разбирать, потому что смысл целиком брать, а остальное пойдет снова в металлолом. Но как бы не особо. Подкова была, вот я уже дома вспомнил, что я вертел в руках подкову, куда я ее дел. То есть, ну, я помню, что я уже взвешивал, там, перекладывал, как готовился к взвешиванию. Перебирал там, что кое-что еще там, ну, выкинул. И стал все-таки брать. Вот, ее уже не было. Как я ее, вот, куда я ее кинул. Вот такая вот история. Барана какая-то была. Ну, то есть целиком в хорошую.
Ну, то есть, или не баран, а типа грабли, наверное, скорее сказать. Вот. Ну, вот такая вот история на сегодняшний день. По деньгам, что я, получается, 13 килограмм, 390 отдал. Ну, видите, тут вопрос, вот, что с дверкой. То есть, и дверка может быть 1000. Может, ничего не быть. Ну, я там хочу сделать себе одну вещицу с дверок. Поэтому, может, я все-таки себе. Опять же, гидка, вот ее надо почистить, что вот это за клеймо. Если непонятно время происхождения, это одна цена. Если это там дореволюционная, то это другая. А, вот. И, в принципе, такие гидки, вот, там, они бывают на блошином рынке. Я вот разговаривал, ну, в принципе, уходят. Народ берет. Ну, посмотрим. Была какая-то 20-килограммовая квадратная. Ну, 20 килограмм по 600 рублей за 1000 в лучшем случае. Да, опять же, кому она нужна. Вот, ну, стеклорез надо поглядеть, живой, не живой. Если живой, то тоже можно продать. Ой. Если не живой, с топором что-нибудь подумать. Ну, лопата вот за сотку, допустим. Не очень хорошая она. Вилы 150-200 можно просить. Ну, вот, скажем, уже 300. Если там топор продать товарищу за полтишок 350, а остальное вот уже. Ну не знаю, вот я не уверен в правильности, что я взял вот эту вот эмалированную, потому что ее обить. Ну, сложно, опять же, как она будет себя вести после обивки. Вот. Вдруг, ну, не получится ее там, как кастрюлю. Ну, с другой стороны, там толстый металл хороший, вот. Ну, вот, собственно, такие вещи. Опять вроде что-то набрал, а продать нечего. Ну вот подкову я не взял. Подкову, она не сильно тяжелая. А на блошином рынке у меня человек интересовался. Что-то редко ему попадались, он что-то там хотел сделать типа в рамочку, подкову, там то ли продавать, то ли для себя. Ну, на что-нибудь можно было ее выменять. Вот. Ну, вообще металла было много, то есть так-то поковыряться поглубже, может быть, еще диски были такие, ну, пильные. Можно каких-нибудь ножей поизобретать, но вот ножей что-то дофига. Ну вот, собственно, все, наверное. Благодарю за внимание. Всего доброго, что-то я засыпаю.